Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, помилуй меня грешного. Номер 252, события дня, 1 Петра 4:7. Впрочем, близок всему конец. За 20 августа 2016 года. И далее, прочитайте, я буду медленно проводить экран. И вы знаете, потому что с последствиями труда, в кавычках, этого человека мы встретимся сегодня в одном из роликов. То есть он решает вот здесь, кто секта, а кто нет. Он решает. И таких же ставят. Это решает пациент палаты номер 6, психиатрическая больница номер 14. Не оскверняет богопротивной речи, но никуда. Плоды, посеянные им, остаются навсегда. Они находят место в сердце плотского человека. Ненависть, ложь, презрение ко всему святому, к Евангелию в первую очередь. И он этого не понимает. Враг, затесавшийся в число граждан России, он насеял. Что нет? Кемеровская епархия. Это клюнуло на это особенно. И на своем никуда не сдвинешь. Полностью одурманенное. Распространением злобных слухов, сплетен, разрушительные клеветы. И на другого говорят, а они клевещут. Липовый профессор и шарлатан. И вот они шикуют на этом трупе гниющем. Поганые насекомые. От одного поганого насекомого мы сейчас покажем. Поганые насекомые. Одного червя, одного крота. Это люди жадные-то. Ну вот вчера особый день был. У нас тут ТВ-24 с Москвы приезжало. И ролик поставили. А у меня телевизора никогда не было и не будет. Вот сообщают, вот там-то есть, и стали сбрасывать где. Ну и спрашивают, прямо во время богослужения, я телефон не выключаю, я его не знаю даже как выключать. И кладу так, чтобы в храме не звучал, но его слышно, и мне показывает, там звонят. Звонят ли? Я выхожу, звонит Ирина Отрокова, позвонила. Я у вас в друзьях, мы давно знакомы, а у вас передача. Я говорю, о чем? Ничего не поняла. Ну как же так? Не поняла. Другой звонит. Там не поймешь они. Что-то говорят. И какой-то человек с епархии. А он какое отношение к Роспотребнадзору имеет? Вот. Да хорош. Положительное? Нет, не положительное. Против вас получилось все у этой Анны Афанасьевой. Она так и сделала, она не расположена, вроде хитро приехала, взяла материалы. Я обычно не гоняюсь за этим, но вот одна душа пишет так, это проверка, дома ли я. Ошибки фактологические некоторые, к примеру, Алексей Кустинов, он Устинов, буква К лишняя. Ну не расслышала, ничего особенного. Дом, где было занятие, назван вашим домом, это батюшкин дом. У меня юридически тут и дома-то нет никакого. Где я нахожусь? Мой дом, но я в городе прописан. Вот, назван моим домом. Тоже, ну маленько где-то что-то не так. Тоже я в этом не вижу ничего злоумышления Анны Афанасьевой. Ох, хорошо написали на канале 24. Мне понравилось. Вот теперь дальше понравилось. Скачайте это видео и сделайте просмотры его для жителей деревни. Можете прокомментировать, что и как. Думаю, полезно всем будет, и материал получится очень хороший. Ну, просят люди уже прокомментировать. Я не сам это делаю. Называется «Дело было в Потеряевке», специальный репортаж Анны Афанасьевой. Вот такой вот знак тут «Россия». И вот где это есть, ну, посмотрите. Дальше я математически по времени делаю маленький разбор. Просмотрел два раза, третий раз сейчас смотрю. Я считаю, самый удачный какой, в первую очередь, это они брали
интервью у разных людей. И вот один здесь есть, я покажу его сразу. Евгений Ударцев из Кемеровской епархии, я его называю патриарший Лгунишка Манкурт. 53 секунды говорит. Вот это самый удачный кадр. То есть это надо было даже в падшем, разложившемся обществе искать такого типуса. Как он говорит, какая физиономия у него. Бритый католик какой-то, видимо, папист. И это нормально, это выкормыши Дворкина, плоды его. Ни одного истинного слова нету. Как он ужимается, как глаза. Вот, я считаю, это один из самых удачных примеров, где она нашла его или где она его взяла. А она говорит, злобой дышит просто, как, ну, весь напыщенный этим, а его кормят. А беседуют с ним не о чем. Это бесталанные, совершенно ни к чему не пригодные люди. Его нельзя, что там, детский лагерь будет образовывать, селение новое, там, да это не говорю. Душа какая-то через него обратится. И вдруг у нас находится человек, который лично его знает. И сегодня я попрошу его при выходе из церкви прокомментировать, что это за человек, откуда он взялся. Вот дальше я пишу. Рассматриваю. Запись вел оператор, там Аслан его зовут, ТВ-24 в Потеряевке 4 часа и 40 минут. То есть 280 минут. Ну, 6 роликов я выставил. Хорошо то, что мы все снимали. Я знаю, что такое ограниченность во времени. Допустим, снимают у нас целый месяц. Так еще где-то еще зацепят. А в одном месте снимут, в другом что-то ищут. Документальные фильмы когда стали, а там 45 минут, а у этой 15 минут. Ну что можно в 15 минут? 15? А слушай дальше. Ролик же получился у них на 15 минут и 6 секунд. Из них неизвестный шофер говорит 55 секунд. То есть положительно отзывается. Был я у них, работал. Все, он там шофер привозил, может быть, песок, дорогу строил. Ну, в прошлом году было. Ну, вот они нашли. Тоже удачные, считай, моменты. Хороший шофер, веселый, говорит, там, материться, говорит, нельзя. Ну, а куда русскому сейчас дальше? Евгений Ударцев. Патриарший Лгунишка Манкурт. 53 секунды. Роспотребнадзор показан. 42 и 38 секунд. Ольга Принц. 21 секунда. Тоже хорошо говорит. Это... Я выделил те, которые не у нас съемки были. Наши, которые... Я покажу сколько. И вот она говорит, лагерь-то нигде не чистится. Его и проверять-то права никакого не было. Ну, на нашей территории мы отвечаете, но как каноническая территория. Вот отвели епархию, они отвечают. Ни за что никто не отвечает. Это тоже обман. Если это твоя территория, почему ты ни разу не был ни в одной квартире, ни в одном доме? Твоя каноническая территория. Пьют, блудят беспробудно, воруют, коррупционеры. Матерщина, убийство, аборт. Это твоя каноническая территория. Живешь в этой клоаке, это твоя каноническая территория. Ты за это ответственный. Так-то где был я, проехал случайно, говорил. Кто-то встретился, а это именно он... Претендует на это, здесь никто не может говорить, моя каноническая территория, с другой епархии, чтобы никто не заезжал. И каноны это говорят строгие, самые строгие каноны. Если из другой епархии за эту границу, которую прочертили в кабинетике где-то, залезет другой епископ, безжалостно, извергает. Это единственное правило, которое не дает покаяния. Даже если он будет каяться, не принимать. Это вот рассматривает так, как будто из-за предельности какой-то. Даже на 30 лет есть отлучение. Ну, они правила меняют. Сейчас скажут, а где это написано? Смотришь, их нету. Посмотрите в издании кормщей патриарха Иосифа Дониконовской. Я по ним работал. Дальше. Всего 210 секунд или 3 минуты 30 секунд. Это не съемки в Потеряевке. Не съемки. Итого потеряевского времени в ролике, то есть о нас, ТВ-24, 11 минут 20 секунд. Видимо, 30. Тут небольшая ошибочка. Я переправлю здесь. Походится так. Может быть, и тоже переправил, не прав... Ну, 10 секунд ничего не значит. То есть от снятого в Потеряевке в ролик вошли только 4,4%. Вот и все.
Но мы-то все это снимали и показали. А каково ваше мнение? Я считаю, хорошо поставленный. Претензий к Анне Афанасии никаких. Но всегда говорят, ну а вы могли бы вот из этого снятого материала это, так о себе как я говорю, могли, не могли. Во всяком случае, вот она там, там машина останавливается, договорились, как она садится, замечательно. Остальное, что снимали, я вчера позвонил батюшка, отец Аким в Барнауле, он через одно воскресенье там, сколько минут его снимали. Он захватил, там больше часа полтора ходил с ними по деревне, то другое. То оказалось, там снимали 10 минут, а тут взяли-то несколько. Сколько было у Алексея они, где съемки вели Устинова и у Игоря Барабаша, старосты. Я и это узнал, и все. Сколько, но это примерно, потому что там нам и съемки не вели. Вот трое, где мы не вели. Я взял только то, что снимали меня лично. Там в лагере, на пирсе, где были, где просили они проехать на велосипеде и прочее. 4,4%. Ну вот отсюда делайте вывод. А уж что выбрать-то, она ведь не сама. Ей радиостанция не принадлежит. И она дает как бы на размышление. Повторяю, я не могу сказать, что талантливо снято, таких слов не разбрасывается. Ну хорошо, мне понравилось. Я ни в чем не увидел ее злое намерение. В конце она говорит, забота моя о том, чтобы Потеряевку не закрыли. Ну это она подкинула материал для оживляжа. Ниоткуда это ни из разговоров не видно. И в Потеряевке идет работа. Сенокос, строим дорогу здесь, выправляем. Все показываем, у нас все снято. Я на размышления людям это даю, вот это. И вот сегодня один, второй, третий, все, посмотрите, посмотрите там. И только вот редко где говорю, да, хороший, я посмотрел, нормально, ничего там нет такого, чтобы я узрел злоумышление. Оператор-то он все снимает, да и дает злоумышление против нас, у Анны не увидел нигде. Она говорит просто как... Снимала на пруду, мы работаем, ни один кадрик не вошел. Стиснутость в 15, а это 11,5 секунд. Вот, это минут наших. В ролике Потеряевском, который снимал 11 минут. Да в 11 минут 30 секунд. Что можно из этой съемки-то взять? А вот тут и... То есть кто-то побуждает к определенному показать вот это, и при том показано много, и я уже не стал выделять, сколько из того, что не они снимали, а именно о нас. Там, где показывает Роспотребнадзор, там бегут дети, это все не они снимали. Это там радиостанция «Свобода», английская там или, ну, такие это. Многое взято оттуда, то есть своего материала... Нет, почему? Потому что заказ был создать отрицательный ролик. Заказ. Определенно. И поэтому Анна сделала почти невозможное. Из того, что перед ней задача стоит, это я легко во всем усмотрел, особенно вот этот Манкурт из Кемеровской епархии. Как он говорит, какие глаза у него, как он весь кривится. Ну, он в двух местах, я сразу не могу показать. Вы сами увидите. Это даже в этой разложившейся патриархии, даже в этих нечеловеческих условиях предательства, бездуховности, и он все-таки вылепил, что рождение свыше – это противно им, противно, а рождение свыше – это пятидесятничество. Он высказался весь здесь, и такого типа найти, это не просто, даже в Дворкинской вот этой... В школе очень трудно найти. И однако они его нашли. Нашли, считая более удачные фигуры, трудно найти. Это навсегда запечатленный лик Московской патриархии. Сергианство. Это предательство, лживость, ненависть ко всему святому, чистому, светлому. Он выпал из разряда людей. Не просто где-то, а он обязательно должен быть связан с информационным отделом где-то и... с миссионерским отделом. Миссионерские отделы от Бога
не создаются, они создаются Духом Святым. Он ничего этого не знает. И вот у нас есть человек, сегодня я его постараюсь показать, который встречался с ним. Он говорит, более-менее выглядел, а сейчас расползся, такая рожа весь видна, и все. Кто бы ни позвонил, это сектанты, гоните их. Это секта, это зараза дворкинская, бацилла проникла его. Он понял, питаться можно всю жизнь в этом корыте. А поэтому о совести он не ведет речи. Ударцев Евгений, это имя вошло в историю. Он перелез передними, перелазит и задними. Ему разницы никакой нет. Это я беру выражение из Хаджи Мурата Льва Толстого. И вот сейчас я покажу. Вот кто-то зашел. Ну ладно уже. Вот наши ресурсы. И вот тут пишет Алексей Куракин. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вот репортаж, дело было в Потеряевке. Но, видимо, дело было в Простоквашино. Под это подгоняют. Специальный репортаж Анны Афанасьевой. Ну и далее. Вот наши ресурсы. Очень большой. Анна сказала, 76 лет, мне 78, не 76. Почему она год скинула? Ну, тоже поторопилась, видимо. Нет, а год в этом возрасте уже что-то значит. Вот когда смотрим отдельные фильмы, здесь у нас на сайте стоят про... обо мне. Златоуст из Потеряевки. Златоуст — это мое прозвище. Потеряевка — это уж деревня тут. Никого не пропишешь, кто здесь не был. И там говорят, священники трое против меня. Ни одного нету, все умерли. И умерли, ни один не дожил до моего возраста даже. А ужели, как сыр, говорит, в масле купались. Я шел по тюрьмам, выматывали, выкрученные руки у меня, одеться не могу. А они по заграницам ездили при советской власти еще. Это надо понимать. Дальше у нас открыт форум. Вот такой большой форум. 1592, кажется, темы. Посмотрите. Заходите. Дальше. Вот это наш видеоканал. Большой видеоканал. 5000, наверное, с лишним. Сейчас я даже не назову точно, потому что, видимо, до 3000 еще показывает система, а потом сбивается. Нету. Неизвестно. Ну, более 5000 определенно роликов наших. Вот последний, который я выставил. Сегодня я выставил только одно. Событие дня. Все. На размышление. Не буду ничем стеснять. Пока только пускай размышляет об этом. Кое-что просят не выставлять. Приходят ко мне, умоляют, просят, вы снимали вот там-то. Чего-то боятся. Для меня это вообще запредельно непонятно. Я на время держу, гляжу, через кого-то выкрадывают эти ролики, подождите до такого-то времени, а потом никогда не говорят. Ну, я просто человека слышу и не выставил. Я гляжу, он ролик уже в интернете. Так и не понял, зачем, как не записывал только я, только он у меня есть. Через кого-то вошли, кто-то им списал. Не знаю даже как. Но если не надо, то не надо. Там бывает такая какая-то затронутая струнка. И вот я сейчас покажу этот. Вот этот человек, Евгений Ударцев. Вот смотрите на него. Антизма, старообрядчество. То есть он ничего нигде не видал, не встречался, я его возраст не знаю, но ничего православного в нем нет. Да там он был в гражданской одежде, мне говорят, а сейчас вот так. И еще в другом месте он будет здесь, я не знаю, брать-то мне его тут и нечего. Сами посмотрите, они будут привязываться, что из нашего ролика что-то взяли в свой, это уже я знаю заранее их. Просто просмотрите, он еще раз появится один раз. Здесь он говорит, а это другой раз. Там, в этой крестово-развешенской общине, служит священник Русской Православной Церкви. И как бы в данном случае все-таки на первом, наверное, месте, конечно, стоит Бог, а потом уже священник, а потом уже мирянин. То есть, какой устроил иерархию. Бог, потом священник. Кто устраивал? Да священники первые в ад идут. Все иконы на этом. И дальше. А теперь слушайте, что он говорит. А
в данном случае как бы встает вместо. Знаете, какие ужимки его, лицо, физиономия, все говорит о чем. Человек забыл, кто он, чем он живет, что есть такое слово совесть. Он понятия не имеет совершенно. И теперь вот замечайте, губы как у него, глаза, куда он смотрит. Бога. И вот. Понимаете? Шут гороховый. И это все дворкинское, как я называю, кодло. Это он набрал таких. Дальше. Мирянин Игнатий Тихонович. Вот, то есть, Бог, а теперь Мирянин, ну, что он выдает дальше? Лапкин. Также у... То есть, Игнатий Лапкин вместо Бога на первом месте. И дальше он о детях говорит, что и дети учатся лжесвидетельству. Где он это увидал? Это не Роспотребнадзор, никто не говорит. И вообще, Роспотребнадзор не касался религии, веры, христианства никак. Это уже сюда приплели, то есть это спецзаказ. Ролик это спецзаказ. Зачем бы из Москвы двое летели, снимали 4.40? 4.40! Интересно, и выше на 4.4. Это часа 4.40. А 4.4% выскочили. Вообще. И вот его нашли, это надо было в епархию туда поехать. Или как они в Кемерово попали попутно. Это уже там зарядили. Потому что это гонение первоустроил Дворкин. На рождественских чтениях они там это все тут. И что они успели? Главное-то ничего. Подлый лик Московской патриархии вот в этом человеке. Гнусный, отвратительный лик. И давят. Роспотребнадзор никаких претензий не имеет к нашей вере. Вообще ни милиция, ни полиция, ни ФСБ, никто. Вот эти только манкурты. И вот они его выстрелили. Он не понимает. Пошел, поел, лег спать спокойно. Еще зайдет в церковь, постоит, поморгает. Полностью сожженной совести человек. Ни за одно слово не отвечает. Мы детей учим лжесвидетельству. Какому? А что убегает? Да мне родители звонят. Мне их дали, родители под расписку. Мне. Не ему. Ему никто не доверит ничего. И я им пообещал, ни одного ребенка власть не получит. За ними гонялись. Адреса нужны. Полиция дежурила сутками, менялась вахтовым методом. Он-то ничего этого не говорит. Он за, что не так мы веруем, не так, как он. То есть, если строго у нас по форме одеты не проходной двор, не скотомогильник, во что превратили они храмы, то это старообрядчество. Да это Андрей Кураев кинул-то. И он это имел в виду. А если мы любим Библию, а это сектантство. И он уже свернул на то, что Дух Святой где поминается, и рождение свыше, это пятидесятничество. Вот она, патриархия, абсолютно бездуховная, антидуховная, антиевангельская. И вот этого человека, как бы они из этого ролика не выкинули, это будет большая потеря. А скажут, да чего там, выкиньте его. Они не понимают, куда вляпались. Это писал, у нас был, приезжал Быков Дмитрий Львович. И он говорит, в такую историю вляпаешься. Потеряевки приехал. Он не знает, на какую сторону встать. Вот мы здесь это все показываем. Полиция, бегут. Вот это не они снимали-то. А они из этих съемок, я другой процент дам еще. Посчитай, сколько они... Ну, она говорит. Но съемки... Это можно легко посмотреть, где они снимают. Кто-нибудь тут посмотрите, количество секунд. Сколько они снимают. Именно у нас. Со мной она беседует там. Батюшка, идет съемка у Алексея Устинова. Там Барабаша немножко снимает. Только съемки наши. Вот это еще 1% я не вывел. А это она комментирует. Ее голос наложенный на съемки наши, которые мы делали. Остальное все наше. То есть у них из 4 часов 40 минут там может быть процент один. Больше-то и нету. Надо посмотреть. Ну и как, что они могут сделать? Ясно, что спецзаказ какой-то организации. Я говорил раньше, приезжал в Потеряевку Александр Тихонович Черников, хороший журналист,
«Молодежи Алтая». Эти статьи его помещены в книге «Для слова Божия нет уз». Обо мне и о нашем деле пишет два священника. Николай Балашов, это доктор теперь богословия при патриархе, хороший человек. За меня он ходатайствовал в прокуратуре там. И вот однажды Точерников Саша встречается мне на вокзале, на перроне. Поздоровались. Еще-то гляжу, он такой, не такой, как всегда. Как-то его свело. Вот голову опускает, у меня вот шарик так ведет себя. И он начинаешь гладить, а он голову опускает. Видимо, маленького били, он еще не может сделать. Даже у чашки. Есть хочется, если все равно голову куда-то завернет. И я говорю, что, Саш, с тобой? Да что, Игнатий Тихонович, мне спецзаказ дали статью написать. Я говорю, и какого характера? Отрицательную. И кто? Радиостанция «Свобода». Видимо, доплатили деньги сразу. Я после наводил справки. И что? Да вот уже больше 2 недель пишу, и ничего не получается. То есть он знает только хорошее. Он написал хорошие статьи. Прямо очень хорошее. То, хорошее, то есть то, что было, вот это и хорошее. Не то, что он наш там подкупленный или кто-то. Ну просто посчитайте это. И вдруг он исчезает, исчезает, и теперь тому уже 30 лет как исчез. Я спрашивал, что такое? Куда он делся-то? В Барнауле жил. Куда делся, неизвестно, но будто бы он взял деньги. И ему включили счетчик. Он не рассчитался, он бежал. Куда бежал? Без семьи или с семьей? Это мне передали в редакции. Вот такая штука. То есть играть не приходится, заказные писать. Ну, она тут... Если это так было все, а я в этом по рассуждению своему сужу, что именно так, то Анна сделала почти невозможное. Хорошие отзывы. Многое взяла. Что она сняла, не приняли. Потому что она сняла только хорошее. 4 часа 40 минут снимает, и в ней... То есть это реально. Этому Евгению Ударцеву, этому Манкурту Кемеровской епархии нужно? Да он бы все эти ролики посмотрел. 6 роликов, даже 7. 7. Первое, это занятия идут, когда они приезжают и присутствуют у нас больше часа. Там, ну, почти 50 секунд, и там еще время. И это ему не надо. Он что-то взял из того, что она видела реальной жизни? Нет, конечно. Он видит, как я тут уродуюсь на прудах, дороги, дом строю? Нет, конечно. С детьми, как Роспотребнадзор нас душит? Нет. Ему не это надо. Ему нужно сказать, мы верим неправильно. А он правильно. И правильно, что миллионы душ не крестили, не привели к Богу. Люди не обратились, не родились свыше. Он против. Он враг рождения свыше. Это плоть. Он как хряк выполз из болота и показался. Это здорово. Еще раз повторяю, это самые сильные кадры. Даже искусственно, с какой-то артист бы говорил вот так, лицо кривил, стоял, придумал не сделать. Ни один артист не сыграет. Это нормальная жизнь его. Залез, чавкает и все. И вот ткнули на нас. И сейчас вот встретиться с ним, да он может быть и не совсем еще и такой. А ему сказали, ну, Жень, ты нормально сказал-то, врезал ты им этим Лапкиным-то, нормально. И он пошел, думает, нормально, расползся-то как. Раздуло, говорит, без страха уточняет себя, выкатились от жира глаза их, вродят помыслы сердца, над всем издевается, злобно разглашает клевету дворкинскую, говорят, свысока, какая-то Потеряевка, это 72-й псалом. 3000 лет назад уже знали, что появится вот такая нечисть. Будет гнуть. А имя-то благородный. Под именем еще скрывается что? Я все рассматриваю. Это вот события дня. А Потеряевки что? Подумал я, вот 85 метров дороги. Сейчас по 15 тонн песка 4 машины заказал. Это отдал сначала 10 тысяч, тут кому отдать. Сегодня решил еще 5 добавить тысяч. И мы вчера с Никитой дорогу эту продлили дальше. Засыпать ямы, привезти еще 2 машины песка дополнительно. По 15 тонн, говорит. И так передали. И Никитин дом обихаживаем. Никита получил дом. Хороший дом, самый прочный. Но его надо обиходить. Он без хозяина был. И мы все там обрезаем деревья.
копаем крапиву, он еще в дом не заходил. Вот определенно. С ним работали, потом у нас баня, богослужение. Тут у меня гостит Михаил Кальмаев. Я попросил корзинку на велосипеде переделать, он переделывает. То есть она развалилась. И вот еще самый ценный у нас ресурс. Это православный библейский сайт во свете Библии. И вот на нем здесь вот это для Слова Божия нет уз. Вот зайдите, переведите в Word, и вы найдете статьи его, Саши Черникова, здесь. Вот здесь мои проповеди, 1300 проповедей. И самое ценное, и проповеди, все можно сказать. Конечно, такие не скажут они. Книги такие вот не издадут. Вот книги, 38 книг в бумажном варианте, и еще 7 книг, 7 томов. В интернетно. Из них 4 тома у меня здесь, стихи мои, по 800 страниц каждый. Но этот покажет Манкурт разве что-то? Нет, конечно. Зачем? Их таких избирать. Жертва. Жертва сергианства, предательства, измены. И он не на всех навешивает эти ярлыки. Но вот самое ценное, это 4124 ответа. Я уверен, на сегодняшний день никто не ответит с учетом всей Библии, трудов святых отцов, всех житий до одного и канонов церкви. Не ответит. Почему? Они не знают. Они не свободны, они рабы. Я работал 53 года, уже 54, в свободе. И в лагерь в свободе, полной свободе. И ничего не сделали. Ни одного ребенка я не отдал. Сейчас начинает вдруг прокуратура, вызывает. У кого дети были, и мне звонят, прям в панике люди. Что такое? Детей у нас отнимать будут. Вот как. Прокуратура – это страшное слово. А на самом деле она поставлена для соблюдения закона. Но так поставили себя тройка, кто прокурор был. Расстреливали без суда и следствия. Все в народе это сохранилось. Мало, где поговорка, прокурор добавит, то есть только добавит, не защитит. Я знал одного прокурора только, одного. Вел близкие отношения с ним, дружбы, и он помогал постоянно. Это Параскун Юрий Федорович, прокурор Алтайского края, генерал-лейтенант. С наградами, с какими от Путина и другое. Теперь другой прокурор. Вот это прокурор настоящий. Повторяю, Параскун Юрий Федорович. И в нашей книге «Для Слова Божия нету» найдете ему благодарность, где он встревал. Не было ни одной просьбы. Я 32 раза к нему, допустим, обращался. 32 комиссии были. Помогли маленько землю тут отбить и все остальное. Какие он советы давал всегда. Ну, я его знаю, он в больнице лежал, я посещал его. И здесь приходил в любое время. У него книги мои есть. Обязательно рассчитается. Подарки не брал. Ну, видимо, нельзя было. Вот это, на этом все, можно сказать. События вчерашнего дня. Главное событие – это репортаж Анны Афанасьевой. Посмотрите обязательно, зарядите. И увидите, о чем я говорил. И найдите этого Манкурта. Поговорите с ним, тебе же умирать. Близок всему конец. Ты же отвечать за это будешь. Зачем ты язык высовываешь, прелюбодейное семя? Изменники. Пираты захватили корабль, как я говорю. Миллионы людей некрещенно умирают, невозрожденные. Он этого не видит и не знает. Церковь сегодня, повторяю, это скотомогильники патриархийные. Мертвый скот, почему-то пришел к погибшим овцам Израиля. А где скотина валяется, это скотомогильник называется. Богу слава.